Свое профессийное свято «День энергетика» отзначают те, кто у прямом сенсе дарит людям тепло и светло. Для работников этой сферы организовали чудовный концерт, а так само под час мероприемства подвели выники незвычайного творчего конкурса. Главная задача РУБ «Гомель-Энерго» – захование энергетической безопасности. До ее вырашения сёлета долучили детей. Специалисты пропоновали всем жадающим поудельничать у конкурсе малюнков на тему «Энергетика сёння и завтра». У акции приняли удел хлопчики и девчонки разного возраста из всех районов Гомельщины. Самому маленькому мастаку усяго 3 года. А переможцей стала Ксения Полеева, 11-классница 12-й Гомельской школы. Девчина отримала гран-при. Хочу, во-первых, поздравить Днем энергетика. И огромное спасибо за то, что предоставили нам возможность поучаствовать в этом прекрасном конкурсе, где моя дочь Ксения завоевала гран-при. И огромное спасибо за хорошие подарки, за отличное настроение, которое у нас сегодня появилось днем. Благодаря прекрасному концерту, прекрасным людям, которые нас здесь встретили. Большое спасибо за возможность поучаствовать в этом конкурсе. Было очень интересно. И я не надеялась на победу, но вот спасибо большое.